МВД. Моя задача, да, чтобы были рабочие места, чтобы люди получали достойную зарплату. Я для того, чтобы здесь... Можно я скажу, а? По очереди? У вас много, я один, товарищ. Я не хочу, чтобы вас сейчас спровоцировали, чтобы вы нарушали общественное... Нас спровоцировал поджог. Я сама нас спровоцировала поджог. Почему вы думаете, что это... Потому что люди выявили эти слова. Там сказали, что нет души. Подождите, там не было так. Смотрите, горит один магазин. Вот, подождите, вы сказали. Сейчас меры принимаются к розыску. Идет сейчас. Вот единственное...